Let's imagine evil attacking innocence. Like games or films about superheroes fighting aliens who want to invade the planet. But in real world, it takes more than a couple of hours to fight them down. And well, games are fine, so are films. The real war is not. Свою бабушку, свого дедушку, про свою школу, своїх друзів. Ця школа виглядала дуже велика, там поміщалося 4 тисячі дітей. Ми виходили на двір і грали в футбол м'ячиком. Це просто була мета, просто треба вибіжати, вижити. І просто врятуватися. Є країна, в якій дітей вистраюють в букву Z, наряжають в мілітаристські костюми. І всі праздники зв'язують з війною і говорять, що війна – це окей. Все, что мы получили до 7 лет, формирует нашу жизнь на 80%. Формирует наши сценарии взаимодействия с людьми, формирование отношений, наше мировоззрение. И да, потом, конечно, мы нарабатываем уже, нарастает информация, но зерно всего формируется до 7 лет. Мої батьки кажуть, що типу, давай збирайся, можуть бомбити вночі, так що ми будемо спати в метро. Сирени ці, вони дуже сильно відложили відпечаток на дітей, тому що коли ми приїхали в Польщу, і вони слышали сирени від машин, від скорої допомоги чи поліції, у них був просто такий аж як паніка. От мене відвернулось половину друзів із-за того, що я в Англії, а не в Україні. И поэтому со мной половина сейчас друзей не дружит. И для меня они были очень важны. И даже со своим лучшим другом он мне был очень важен. То мы перестали дружить из-за этого, из-за войны, на расстоянии. У нас здесь вообще нету друзей. И я не знаю, как мы так делаем. Мы вообще не знаем язык. И мы не можем найти себе так друзей. И ребенок, который переезжает, он идет в новую школу, ему очень сложно на незнакомом языке, в чужой стране. Но если в этой чужой стране на незнакомом языке его встречают с улыбкой, ему гораздо легче. Он знает, что да, произошла такая ситуация, но здесь его любят, здесь ему рады. Ну, на самом деле, нам из немногих мам очень повезло, я не знаю, по какой причине. И как-то нас так Бог просто очень легко сопроводил в этом всем. Нашлась семья, которая нас взяла по обмену верующими. Мы приехали в семью христианскую из церкви, нас приняли. Спочатку у нас були дуже хороші стосунки із спонсорами, вони нам допомагали. Можливо, вони трошки втомилися. Мені здається, що люди хотіли допомогти, вони, мабуть, щиро хотіли допомогти, але, мабуть, вони не були готові. Все-таки вони не були готові, що це настільки важко, щоб хтось незнайомий з ними жив. Они нас сначала приняли дружелюбно, а потом уже в конце, то есть, ну, типа, они с таким отвращением, именно они спонсоры. Я не знаю, ну, наверное, типа, что их задолбало, что мы у них живем, то есть, ну, типа, некомфортно, наверное. Пропаганда, направленная на людей массово, очень хорошо работает с тем, что тебя ущемили, у тебя что-то отобрали. И сейчас мы разберемся с несправедливостью. У меня есть моя жизнь, жена меня не до конца любит, на работе у меня проблемы, там дети не такие идеальные, как я себе придумал, погода не очень. А тут еще и эти беженцы приехали и отбирают мои рабочие места. И пропаганда решает проблему несправедливости. Она несет, что вот это ай-яй-яй, мы тебя поддерживаем. Мы с тобой, действительно все несправедливо и все плохо. И человек чувствует успокоение, человек чувствует положительную эмоцию, потому что
Ну, тут-то меня понимают. Перед днем, в який ми мали виїжджати і коли ми мали вилітати, був, ну, мабуть, самий великий обстріл у Львова. І прямо я не могла заснути, бо бахкало і бахкало і бахкало, і було, ну, прям дуже страшно, і я не знаю, прям дергало якось так. Ощущение, когда людей разрушают дома, и где они тогда будут жить? Я убеждена в том, что это культурный код. В Украине вот очень много внимания уделено ценности свободы. У нас все литературные произведения, так или иначе, они описывают свободу. Они о том, что свобода — это очень важно, это самое дорогое, что у тебя есть, это счастье, и все в мире нужно только, если у тебя есть свобода. И поэтому мы не встретили войска с цветами. Англійці чомусь не хочуть здавати українцям будинки, квартири взагалі. Багато англійців кажуть, ми приїхали сюди за кращим життям, але це не так. Бо в Україні у нас було все. А тут у нас нема нічого, і ми скитаємося по хатам. По готелям. Я думаю, що це сон просто, або... Я думаю, что это просто через минуту где-то пройдет. Я первый раз бачу в своем житті війну, так что я не знаю, сколько вона може длитися. Не знаю, будь може інші спроби, але це точно не закінчиться. Ну, десь декілька років точно. Це прям вся агресія з боку Росії, то точно. Нам нужно говорить детям сегодня, что убийство, война, ракеты, идея ядерного шантажа, что это ненормально, что сейчас происходит ненормальная ситуация. Я боялся, когда папу не пустят и его пустят в войну только, и его там убьют. Очень хочу домой, потому что там самый лучший город вообще в Украине – это мой дом. И я хочу туда очень сильно вернуться.